А выпускников Самарской школы номер 58 приехал поздравить председатель городской думы Алексей Дегтев. Как прошел праздник в этой школе, готова рассказать Полина Челюкова. Белые бантики и фартучки, лента с надписью «Выпускник». Веселый и одновременно грустный праздник всех школьников. Последний звонок. Он прозвучал по всему городу, в том числе и для учеников школы номер 58. Все всегда, конечно, заканчивается, я это понимаю, но все равно. Чувства разные, и они переполняют меня, потому что это и радость, потому что это праздник, последний звонок, дети его ждали. Но и грустно, потому что я столько в них вложила, да, вот эту вот частичку себя я в каждом в нем вижу. И понятно, что это грустно с ними расставаться. Они стали мне родными за эти года. В такой важный день поздравить выпускников пришли не только их родители и близкие, но и почетный гость, председатель городской думы Алексей Дегтев, который много лет проработал в этой школе директором. С небольшой грустью. Ну, грусть какая, что дети из гнезда такого большого, единого семейного, кстати, покидают. В этом году во взрослую жизнь выпустились 4527 учащихся. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.